Представьте себе, что буквально через пару лет эти изумительные технологии покорят, перевернут весь мир. У меня дух захватывает. Дорогой мой военнослужащий, послушайте меня. История, конечно, нас рассудит, но я думаю, что я все-таки прав. Давайте выпьем. Давайте, давайте. У меня ребята приходят, но ведь никто не знает, даже с какой ноги начать ходить. А через месяц лучшие в строю, понимаете? Потому что тренинг и муштра. Человек вам это так говорится! За соединение науки и армии! О, глухоежа! А у нас на лице... Профессор, подъем! Солдатик, а у тебя что, по утрам голова не болит? А чего тут болеть-то? Это ж кость! Записали, да? Доктор, а у меня еще одна проблема. У меня плохая память. И поэтому надо мной все смеются. Блин, что делать? Займитесь боксом. Боксом? А поможет? Нет, но смеяться будут меньше. Здравствуйте. Девушка, вы такая лучезарная. Я не смог пройти мимо. Можно я сяду рядом с вами? Мне кажется, вы безумно одиноки. Меня зовут Дмитрий. Эта толстая книга вас так странит? Да. Девушка, а вы, наверное, Кафку любите? Да, да, да! Особенно где я тетивую? Лиза, Лиза, доча, ну ты что делаешь-то? Ну можно предупредить, что ты не придешь ночевать, а? Я же все морги, все больницы обзвонила, всю ночь трубку из рук не выпускала. Мама, ну и занудство. Ну, конечно, мать зануда, дочь у нас молодец, дочь у нас умница. Дочь, ну как ты новые колготки-то порвала? Танками. Какими танками, доча? Ну, которые на погонах были. Дала бы!
Ваши... Мужик! Мужик, ты чего? Ты что, вообще сдурел, что ли, с ума сошел? Ты зачем собаку за руль пустил, а? Почему вы кричите на меня? А что? Что? Что вы себе позволяете? Что? Я проголосовал, она остановилась. Я здесь вообще ни при чем. А... Извините. Счастливого пути. Товарищ генерал, ТБ пакет. Не тебе, а вам. Та не, ТБ, товарищ генерал. Я же говорю, не тебе, а вам. Та нахрена он нам, товарищ генерал? ТБ. Доча, что случилось-то? Муж что-то в командировке зачастил. Мне кажется, что он мне там изменяет. Ну, что ты взяла-то? Ты знаешь, а у меня есть один надежный, верный способ узнать, изменяет он тебе или нет. Еще бабкин способ. Возьми пузырек и узелок. Пузырек оставь себе, а узелок отдай ему. Скажи, что взял командировку. Да скажи ему, что как вернется он с командировки, ты опустишь узелок в пузырек, и если он поменяет цвет, значит, точно изменял тебя. То есть по цвету узелка я пойму, изменял он мне или нет? Да ну нет, конечно, ну дочь, ну ты чё, честное слово-то? Ага, как тогда я пойму? Ну вот если он скажет, что узелочек-то этот он потерял. Знаете, я всегда считала, что все нужно делать профессионально. Я пошла в этот абсолютно дорогущий салон, заказала легкий расслабляющий массаж. Они мне начали делать массаж воротниковой зоны. Он мне массировал и массировал. Это невозможно было что-то. У меня все в порядке с воротниковой зоной. Я попросила массаж пяточек, легенький, расслабляющий, какие-нибудь кремиками намаз. Ну это просто какая-то катастрофа. Я больше туда не пойду. Простите, это не ваша крыса там привязана у входа? Молодой человек, это не крыса. Это американская гладкошерстная карликовая такса. Ну, не знаю, я так считаю. Если кошка съела, значит крыса. Любимая! Здорово! Так, ты где шлялся? Это что такое? Ты что, пылесос купил? Ну, ты что пылишься сразу? Ну, что ты гавкаешь-то? Где я шлялся? Я не шлялся! Я с работы шел! Ну? Ну, что ты? Иду с работы. Встретил твою подругу просто, Ленку. Ну, это... Ну? И она, короче, говорит, типа, пойдем ко мне чайку попьем. Ну, так подумал, что думаю, что нет. Ну, пошли к ней чай пить. Ну, вот сидим, пьем чай, все нормальдос.
Она хоба такая встала и раздеваться начала, знаешь? И так смотрит на меня, говорит, типа, бери, что хочешь. Ну что, я нормально, я огляделся, ну, и пылесос взял. А что, мать, все в хозяйстве пригодится, да? В следующий раз приносите фотографию жены. По ней я вам точно смогу сказать, изменяла она вам или нет. Спасибо. Короче, у меня такая проблема. Мне вчера ночью приснилась картошка, понимаешь? Ты картишки раскинешь? Тут раскидывать нечего. Не понял. Я тебе и так скажу. Или по весне посадят, или по осени уберут. Официант! 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 Слушаю вас внимательно. Вы определились с выбором? Да. Можно мне кофе? Я же не ваш врач, а! Откуда я знаю, можно вам кофе, нельзя вам кофе? Ну, дама! Администратор! Администратор! Что? Что случилось? А? Ну что, не спится без папки-то? Вот. Я не понял. А? Я не понял. Я же тебе говорила, что он дебил. Девушка. Мне торт. Торт? Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Опаньки. Все, ешь? Простите, опоздал немного. Как всегда. Так, что собрал-то, рассказывай. Друзья, завтра у меня свадьба. Всех жду. Да ты чего? Поздравляем. Поздравляем. Так, подожди, завтра. Завтра на что? 17-е. 17-е. Не, ну, завтра не могу. Не, ну что, ну не могу я завтра. Так, пацаны. Так, стоп, обещаю. На следующую свадьбу я обязательно приду.
Генрих Виссарионович, спина очень болит, выручайте, пожалуйста. Ну-ка, встаньте. Нет. Встаньте. Давайте встанем вот так вот. И... Молодец. Ну что, болит? Да. Болит. Ага, а теперь вот, вот сюда пройдите, пройдите. Раз. Так, хорошо, 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 хорошо. А вот, вот так. Ой-ой. А вот так вот болит? Ну, так очень больно мне. Болит. Да. А на кушеточку давайте. Раз. Ага. Потихонечку. А с ногами? Да, 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 с ножками. И ржу. Раз. И два. Ага, ага. А вот так. Болит? Нет, так очень хорошо. О, вот так вот и ходите. Генрих Виссарионович. Оберечиваемся, кто вошел. Проездные предъявляем. Бабуля, что у вас? А у меня пенсионная. А ты, милый, не подскажешь, когда будет Парк Победы? Не переживай, скажу, бабуль. Так, оберечиваемся. Раньше-то не закрывали ничего. Сейчас мост перекрыли, так мы в объезд постоянно ездим. Вместо 45 минут, полтора часа. Ну что за? Милая, а скоро ли Парк Победы? Ёшки-матрёшки, Михалыч, тормози, разворачивайся! Тут бабулька Парк Победы проехала! Люся, ну... Бабулечка, вот ваша остановочка, Парк Победы. Как просили, выходите. А мне не надо выходить. Мне на этой остановке дочь сказала таблетку выпить. Поехали, Михалыч. Нужен отдых. Не, ну что, ну я-то отдохнул. Ну, немного. Я тут с друзьями на дачу к теще мотался. Ну и чего? Природа, красота. Ну, знаешь, по соточке. Потом еще по соточке. Потом еще по соточке. И еще по соточке. Ну так, а дальше-то что? Че дальше-то? Тогда обеда 12 соток и вскопали. Где ты была? В клубе.
Я в твои годы, доченька. Ой, мам, ну кто бы говорил? У тебя в мои годы я уже была шестимесячная. Правда. Вы знаете, если честно, мне не очень нравятся легкодоступные девушки. Но я просто так на всякий случай хотел сказать, что я лодку взял всего лишь на час.